Добрый день. Пришли вот сегодня весенний лес. Попробуем набрать березовый сок. Привели Зену, свою собаку джек-расселу. Она тут устроила охоту. А мы попробуем, не знаю, есть ли сок. Все, что для этого нужно. Береза потолще, гвоздь. Ну и, естественно, фен. Ну, мы взяли просто плоскогубцы. Не знаю, есть ли сок или нет, надо было его, конечно, потолще взять. О, попёр. Сейчас трубочку, вставляем трубочку, поглубже вобью. Вот здесь. Вот сок, а где трубочка надпись? В баклажечке. Ты думаешь так? А не чтобы она вот так вниз была чуть-чуть. Сейчас должна наполнить. Все, пошло. Ладно, а как баклажку теперь цеплять? Да как обрезать эту трубочку? А, трубочку обрезать. Конечно, о, поперло. О, какой процесс. Сейчас мы обрежем трубочку поменьше. Прикрутим баклажку. Есть ножичек все время с собой на этот случай. Вот так. Вот сейчас надо привязать будет поклажечку к дереву. Давай, подержу скотч, бери. Будет попадать или подлиннее надо было? Да вот так привязка будет падать. Хороший напорчик. Да вообще идет вовсю. Льет. Главное, самое, не забывайте после этого замазать дырочку в дереве землей, чтобы дерево не гнило. Это самое главное. Надо беречь природу. Всегда не забываем это замазывать. Пошел процесс. Ну, вот как-то так. Так, сейчас. Теперь это надо оторвать. Я уже ножик спрятал. Зена! И пусть пока висит так. Вот так пусть будет висеть. Ага. Мимо что-то попадает. Падает, капает точно. А я тебе сказала, надо было вот ток ее к этой. Ну, сейчас я подложу сюда. Ну да. О, отлично. Уже он на глоток накапало. Надо ставить вторую. У тебя второй баклажки нету, да? Да что мы тут будем ее закатывать в банке? Зелень попил вот чуть-чуть и хватит. А где у нас палочки? Вот кому радость. Держи, держи. Кому больше всего радость. Я вам что-то поставил, тут стоит уже. А, глянь, тут поставил. Ну тут что-то и не льется. Ты знаешь, что они давно стоит. Заморошено. Уже, да. Они только дерево испортили. Надо теперь замазать. На, вытащи, да замажь дерево. Сделать. Я не пойму, там какой-то бинтик. Вообще не пойму, что там такое. Такое ощущение, как сучок приделанный.
Что это они могли сделать? Сучок. И теперь портится дерево просто. Гниет. Оставляют, забывают. Ничего не замазывают. Да вот тут баклаж какой. На, сок был какой у них. Корона гри. Как он за коронавирус? Промывайте руки. Вот процесс уже тут вовсю. Сок идет. Сегодня какое число? 24. 24 марта. За границу выехать не можем. На май у нас куплен тур в Испанию на 20 мая. Вот теперь боимся, что не сможем. А так жалко, на 15 дней. Теперь будем по России ездить. Да, вот поедем на Алтай или на Байкал. На Камчатку можно. Крабы все хочу в Камчатке. Чтобы такая лапа была или клешня. Обязательно надо съездить. Да, Зен? Вот один игрушку, когда мы не знаем. Там плохо. Вот так. Всем привет. Все, всем пока. До следующего видео. Пока.